В столице Чувашии продолжается региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. На этот раз участники соревновались в знании основ безопасности жизнедеятельности. Что дают такие практики, знает Юлия Важенина. Если противник прет на вас, дави на спусковой крючок! Если кончились патроны, не надо расстраиваться! Так экстремально этот предмет в школах не изучают. Тем не менее, знать, как действовать при чрезвычайных ситуациях, должен каждый. 113 учеников стали участниками регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Делаем 30 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Для 9-х и 10-х 11-х классов две разные полосы препятствий. Преодоление водной преграды, умение пользоваться страховкой, оказание первой помощи, ориентирование. Девятиклассникам нужно пройти 6 этапов. У старших добавляется пулевая стрельба, прохождение зараженной местности в защитном костюме. Все это участники должны выполнить на время. Если человек готов к этим вот испытаниям, в принципе, ну, сюда приехали самые лучшие с Чувашии, они уже все-таки на своих муниципальных этапах победили. Я так думаю, что при нормальной подготовке это несложные задания. Они спокойно могут справиться с этим. Мне кажется, ну, волнение, наверное, самое трудное для них. Жене Иванову волнение не помешало пройти все испытания. К олимпиаде он готовился 4 месяца. Из испытаний вроде ничего сложного было, но были вот увязку узлов за 2 минуты, конечно. 10 узлов – это, конечно, довольно много, но вроде уложился. Уже пригодится для дальнейшей жизни. Ну, вот случай, например, если вот произошел, вот, например, аварийная катастрофа, нужно все знать, где прятаться, где, что нужно делать, какие ваши действия. Второй год подряд в олимпиаде участвует Маша Ванюшкина. В прошлый раз ей удалось стать призером. Для меня было новинку ориентирования. Был совсем новый способ его определения. Мы определяли азимут от точки А до точки Б. Мне нравится в этом то, что я каждый раз ставлю новые рекорды для себя. Это расширяет кругозор, и я больше каждый раз я узнаю все больше и больше для себя. Все испытания уже позади. Лучшие отправятся представлять Чувашию уже на всероссийском уровне. Финал пройдет в апреле в столице Татарстана. Кстати, победа – шанс поступить в вузы страны без вступительных экзаменов по профильному предмету. Юлия Важенина, Бахтияр Велиев, Республика.